Всем привет! Итак, я покажу, как сделать модуль для электронных барабанов на Arduino Mega 2560. Итак, корпус модуля сделан из старого усилителя автомобильного. Здесь располагаются гнезда. Здесь очень хорошо встала Arduino. Так, что внутри? Внутри, как мы видим, сама плата, куча проводов, гнезда. Итак, из чего это все состоит? Как это все распаять? Список каналов. Как вы видите, 16 каналов. Некоторые из них не используются. Педаль, рабочий, обод, бочка, три тома, хай-хет, два краша и двузонный райд. Итак, что нам нужно? Нам нужно стереогнезда и моногнезда. Стабилитрон 5-вольтовый, резистор 1 мегаом. Распайка очень простая. Стабилитрон и резистор впаиваются параллельно. Как мы видим, полосочка у стабилитрона смотрит к плюсу. Отрицательный контакт, положительный контакт. Положительный контакт идет на соответствующее гнездо. Здесь я нарисовал А3 GND. Это отрицательный контакт на плате Arduino. Соответственно, плюсовой идет аналог А3, и минусовой идет GND. Соответственно, гнезд будет много. Все провода в один пин не залезут. Что же для этого нужно? В моей плате, как видно, один провод заходит в пин и выходит на общую шину. И потом от общей шины к каждому гнезду это все припаивается. Со стереогнездом все аналогично, только в два раза больше. У стереогнезда два положительных контакта и один отрицательный. Соответственно, впаиваются два стабилитрона и два резистора, каждый из них на 1 мегаом. Обратите внимание, полосочки относительно положительного контакта. Стереоджек распаивается точно так же. Два плюса, один минус. Соответственно, один плюс идет к плюсу пьезо, второй плюс идет к плюсу другого пьезо. Минус общий. Моноджек вы можете посмотреть на рисунке. Соответственно, положительный контакт идет к плюсу, отрицательный к минусу. Итак, самое важное. О неиспользуемых каналах. Вот А7, А8, А9, А13. Я их не использовал, пока не использовал. Но, чтобы они не звучали, когда бьешь в рабочий, в бочку, в том, неважно. Их надо замыкать на общую шину массы. Прям выводить провод, несколько проводов, как у меня сделано вот здесь. В общую пачку это все скрутить и припаять к общей массе. Тогда они, соответственно, будут замкнуты и не будут
вам мешать. Здесь наглядно можете увидеть распайку стерео джека. Синий провод — это минус. Оранжевый и коричневый — это плюсовые контакты. Соответственно, вы видите, что запаяно в параллель. Черная полосочка у стабилитрона смотрит на плюс. Вот здесь хорошо видно. И моно гнездо, которое имеет два контакта. Опять же, полосочка смотрит на плюс. Синий провод отрицательный. Коричневый плюс. Подключение гнезда для хай-хет не имеет резисторов, не имеет стабилитронов. Соответственно, можно увидеть красный провод, это 5 вольт. Подключение 5 вольтов, синий минус, коричневый идет на пин А0 на управление. Как подключить сенсор для управления хай-хетом, показано на схеме. Для этого требуется сенсор TCRT-5000, резисторы на 10 кОм и 510 Ом. Все это заказать можно на сайте AliExpress. Ссылки оставлю в описании. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, информация была для вас полезной. Если будут какие-то вопросы, оставляйте их в комментарии, я обязательно на них отвечу. Ставьте лайки. До встречи в новых видео. Пока.